Привет, мои дорогие! Каждому по приветику из Петербурга. И сегодня мы с вами заходим еще в одно прекрасное местечко, которое я обожаю. И я всегда говорю, что всякое здесь жила. Ой, я думала, тут еще идет магазин буквоед. Кстати, о работе сразу. Продавцы, кассиры, старшие продавцы, управляющие, телефончик. Если петербуржец предлагает пройтись, уточнение по улице или по книжным новинкам. Опа. Да-да. Цитата. Мы спускаемся в магазин буквоед. Классный. Вот этот мне нравится. Он большой. Видите, какой? Большой, большой. Потому что есть поменьше, есть побольше. Здесь так тихо, спокойно. Всяких штучек новеньких полно. Можно делать серию видео об этом магазине. Потому что тут бесконечно много литературы на разные темы. Еще здесь есть вот такие местечки. Котики, специальная литература, такие прикольные котики и совушки. Так вот, здесь есть местечки, где можно присесть и почитать, полистать книгу, понравилась которая. Очень клевый магазин, мне так нравится, очень много людей. Мы с вами уже были в моих любимых местах, это Сингер, дом книги, кафе. Я вам показала свое любименькое. Стивен Кинг, зарубежная фантастика. Зарубежная фантастика. Сколько Кинга. Ой, я так много прочитала. Ой, однажды прям вообще так увлеклась, а потом поняла, что хватит страстей. Очень много литературы, прям называть ты не будешь. Какие-то сувенирчики прикольные. Счастье рядом. Счастье рядом. Это маленькие сладости. Скажут больше 1000 слов. Прикольно. Детская фантастика. Очень много различных сувениров. Смотрите, шары с Санкт-Петербургом. Спас на крови. Классно, да? Сумочки. Везде котики, то, что я люблю, на сумочках, сами по себе, надутые котики, сувениры, а почему нет ценника, а ценник есть, 660 рублей, надутыш. Как классно здесь, просто давайте погуляем, посмотрим, понаслаждаемся, это термос, это маленькие сумочки. И это зайчики. Для подарка не нужен повод, согласна. Какие милые зайчики. Смотрите. Милые? А сколько он стоит, зайчик? Ну, как всегда, ценник надо где-то искать, а где? Ой, какие уши. Так, заяц, ты сколько стоишь? Ну, быстренько мне скажи. Где посмотри, сколько ты стоишь. О, нашла. Нашла, друзья. 850 рублей. Какой микушечка. Сейчас же все игрушки так стоят. Классно. Шкатулочки всякие.
Смотрите, какие шкатулочки для подарка. Не нужен повод. Согласна. С котиками, с облачками. Классно, классно. Классно, классно. Игры. Точилки, что это? А, бутылка. Бутылочка в ней плавает. Так, мне надо вам показывать, а я тетрадки разные. Я себе показываю. С котами. С котами. С полями, цветами. Просто я люблю с котами, с мороженками. Дневник. Прикольный дневник. Так, куда-то хочется еще пойти. Вдаль. Игрушечки-микушечки. Игрушечки-микушечки. Так, искусство. Музыка. Философия. Искусство. Как мне нравится, что много людей. Ну, сейчас немного людей. Но вообще в книжных магазинах достаточно людей в Петербурге. Скетчи по воскресеньям. Король и шут. Ага, лучше об искусстве. Клевенько. Подушечки такие клевые наверху стоят. Специальная литература. ЕГЭ. Ой, ЕГЭ. Кому-то предстоит. Желаю вам хорошо, чтобы сдали вы или ваши дети, или ваши близкие. Абитуриенту для поступления. Биология поступающему в вузы. Прикольно. Русский язык. Классно. Много литературы. Конечно, много информации в интернете. Психология. Психология. Это моя стихия. Наверное, многие девочки любят психологию. Мальчики смотрят, наверное, на это с улыбкой. А девочкам нравится. Опа, как перестать быть овцой. Нина Набокова. Психология. Ника Набокова, господи, как я прочитала. Карнеги. Ну, привет, Дейл. Классика психологии. С ума сойти. Бехтерев, гипноз. Бехтерев как-то... Ну, ладно. Дальше посмотрим. Следуй за нитью. Это все психология. Как много психологии, друзья. Все хреново. Книга о надежде. Доктор, у меня стресс. Вообще-то это такая актуальная тема, конечно. Многие жалуются на стрессы, на апатию, на, знаете, такой упадок сил, магия утра, свобода от тревог. Терапия, эмоциональный смех. У меня, кстати, второй этап образования. Можно было бы канал открыть. Так для души можно было бы что-нибудь придумать. Втором канале. Так, что здесь? Откровение мужчины. А, Курбан, помните? Курбан Амаров, Ксении муж. Написал книгу. Ксении Бородиной, кто Дом 2 смотрит. И книга стоит 620 рублей, не так дорого. Откровение мужчины. Вот я ее увидела на полках. На полках Петербурга она есть. 600 там с чем-то рублей. Недорого. Хочу и буду. Михаил Лобковский, психолог. Тоже в интернете очень известный. Цитаты везде и всюду его. Ну, я не совсем согласна, если честно. Так, что у нас большая книга психологии? Ну, это все психология, психология. И тут психология. Что делать, если... как вести себя в трудных ситуациях? Угу. Целый отдел психологии. Мы дошли до медицины. Медицина. Астрология. Как вы относитесь к астрологии? Как научиться читать Таро? Здесь все. Календарь русский традиционный. Эзотерика. Понятно. Руны.
Медицина, начальная школа, ожидание малыша, увлечение, электрика. Большая книга электрика, строительные сметы, самоучитель, технологии токарной обработки, стиль, кошки и собаки, кошки, все породы кошек. Прикольно. Увлечение, сад, огород. А наверху игрушечки. Иностранные языки. Испанский. Корейский. Я тихо говорю, чтобы никому не мешать. Надеюсь, вам слышно. Хотя можно и обзор насмотреть. Просто обзор насмотреть на магазин. Восток, дело вкуса. Грузия. Разные-разные энциклопедии. Хочу все знать о балете, например. Прикольно. Краткая история мира. Класс. Кем и чем гордится Россия? Про подводный мир. Времена года. Классно. Большая книга о природе. Сейчас только для деток. Покупайте своим деткам, своим племяшкам, братикам, сестричкам младшим книжечки. Своим деткам. Такие иллюстрированные. Они, конечно, сейчас все в интернете сидят, но мне кажется, из книг тоже можно подчеркнуть много полезного. Ночные тетради. Детская фантастика. Гарри Поттер там был. Пойдемте немножечко в канцелярию заглянем. Магнитики. Канцелярия. По дереву. Картины по номерам по дереву. Мозаика. Ничего страшного. Еще и канцелярия. Есть разные папочки. Канцелярия. Здесь девочки стоят на кассе. И мальчики. Вот так, дорогие мои. Магазин буквоед. Много всего интересненького, прикольного. Классненького. Миленького. Столько всяких сувенирчиков. Сувениров. Как-то мне казалось, что раньше больше было сувениров. Может, я их не вижу. Иди сюда, Теона. Трафареты и заготовки. Корзинки. Делают же сейчас много своими руками. Различные поделочки, девочки. Вот заготовочки. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Петербург. Я люблю Петербург. Каждому по приветику из Петербурга. И даже тем приветики, кто живет в Петербурге. Всем, друзья, приветики. Как у вас настроение? Так, не грустите. Все хорошо. На самом деле. Держитесь там. Пишите, как у вас дела. Сейчас погодка такая, конечно. Хотя уже солнышко начинается. Сколько этого Лобковского Михаила. Хочу и буду. Все хреново. Красная таблетка 2. Где-то красная таблетка 1-то не знаю. Красная таблетка 2. А где красная таблетка 1? А, вот, просто красная таблетка. Андрей Куропатов. Посмотри правде в глаза. Понятно. Ну, все, мои дорогунечки. О, Господи, а тому ли я дала? Это психология. Ника Набокова. Когда хотела счастья, а получилось как всегда. Почему мы не умеем любить? Каким человеком вырастет ваш ребенок? Каким человеком вырастет ваш ребенок? Большая книга психологии. Анастасия. Так. Ух ты. Елена Голунова. Угу. Мама Влада Кадони. Ясновидящая. Кто она, не знаю. У нее, правда, черная. Она говорила магия. Просто кухня, офис без риска, 1000 блюд за 15 минут.
Конечно, все можно в интернете найти. Но я все равно люблю все. Книги тоже люблю. Ну что, мои дорогие, кафешка есть. Посмотрели немножечко. Можно пироженку купить и посидеть. Кофе для ясности, пища для ума. Все самое свежее. Прикольно. Чизкейк 150 рублей. Вафли 149. Донат 89. Тирамису 150. Мороженое для настроения. Ну все, мои дорогунчики. Надеюсь, у вас все хорошо. Обнимашки, целовашки. Посылаю вам позитивчик из Петербурга. Хорошее настроение. Не пропадайте, пишите. Все, мои дорогие. Пока-пока.